Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Хеллбой. Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой Королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. Добыча. Трудного подростка отправляют на перевоспитание на безлюдный заброшенный остров по популярной программе «Выживание в экстремальных условиях». Но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один. После. Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она – прилежная студентка и образцовая дочь. А он – притягательный бунтарь с непростым прошлым. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после. Шазам. В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – Шазам, чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. Правда или действие? Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Мара, пожиратель снов. Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит 8-летняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для нее опасным. Реинкарнация. После смерти матери Энни Грэхэм в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизни ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи. Восставший из ада. Приговор.
Два брата-детектива, Шон и Дэвид Картеры, пытаются расследовать серию жесточайших убийств, принадлежащих рукам маньяка по кличке Персептор. Они изучают дело очень давно, но пока им не удается найти хоть какую-то зацепку. На помощь мужчинам присылают молодую специалистку-криминалистку Кристин. Постепенно они начинают распутывать загадочные убийства и понимают, что клюнули вовсе не на ту наживку. Где-то совсем рядом с главными героями вершит свой кровавый суд Пинхед с помощниками. Следователи попадают прямо в их логово. События фильма разворачиваются в двух мирах. В реальности детективы пытаются расследовать убийства нехороших людей. А в загробном мире Пинхед с компанией творят свое правосудие над другими плохими людьми. Когда в их руки попадает один из детективов, никто не сможет предсказать развязку. Суспирия. Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которая окутала легендарную танцевальную академию. Тайна дома с часами. Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!